Сегодня 21 мая. Вот. Заморозок на улице. Все в инее. Трава вся. Из бочки пар идет. Солнце уже стало. Ну что, как переночевали? В сарае сыро, скажем, мы на улице спим. Тоже ничего нормально. Да. Нормально. Вот так вот дорога выглядит. Ламбник небольшой. Вот так думала, яблонька цвела-цвела. И вот подмерзла. Подбила ее. Весь цвет подбила. Морозом. Ветра нету. Вчера ветер больше был. Сейчас успокоился. Птицы летают. Сейчас где-то 6:30 утра. Там озеро, в этом момент он идет оттуда, с озера. Ох, рюшки. Скажи, а вы хорошо переночевали? Спали в уголочке, на опилочках. Милое дело. Постелька у них. Скоро покормлю. Соседи, елочка. Даже, кажется, новые веточки поникли как-то от мороза. Цветы мы прикрыли, конечно, добрые. Заранее знали, что мороз будет. С крыши иней затаял. Закапывал. Кап-кап, девочка.